Первый раунд вообще уделал его. В прошлый раз я практически проиграл на первом раунде, поэтому не удивляйтесь. Итак, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в игру под названием Friday Night Funkin'. Мы устроили максимальный фанк, ребята, в эту пятницу. И, разумеется, если вам нравится данная игра, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. И продолжаем проходить на нормале. Было сложно, реально было сложно в прошлый раз. Сейчас постараюсь, ребят, немножко посерьезнее отнестись. И немножечко помолчать в момент, когда я буду играть, да? Ой, я уже промазал. Опа. Ну это легко, вначале легко идет. Отлично. Пока что я его уделываю, но не уверен, что я в конце концов его все равно выиграю. Я нажимаю, но не по таймингам, не знаю. Мне просто минус очки делают. Эх ты, козел. Хватит обезьяничать, давай. Отлично, более-менее. А, типа там, если ты одну ошибку делаешь, ты не можешь какое-то время нажимать, я понял. Слишком много ошибок. Слишком много ошибок. Первый раунд вообще уделал его. В прошлый раз я практически проиграл на первом раунде, поэтому не удивляйтесь. Все получается как надо. Давай, давай, тыквоголовый и скелетоголовый. Прикольные, кстати, персонажи. Я не знаю, они откуда-то взяты или придуманы специально для игры. Эй-эй! Классные. Более-менее. Ну, сложный уже трек, реально сложный. Я готов. Сложно! Мне просто нужно не проиграть, видимо. Офигеть, а здесь не проиграть, реально? А почему так тяжело? Здесь нужно определенно так нажимать. Я не могу запомнить. Там вниз, вверх, влево, вниз, вверх, влево, влево. Так это вообще пипец какой-то. Это для кого сделана игра? Окей, ладно, на нормале это практически невозможно, что ли, получается? На изи придется проходить. На изи, я-то думаю, мы сможем. На нормале вообще тяжело. А почему так тяжело? Я не понимаю. Но начало, в принципе, мы проходим нормально. А вот второй этап, это вообще пипец. Второй этап, это вообще пипец. Здесь просто большую часть на первом этапе ты должен одну и ту же кнопку клацать и все. Но я уже просираю, потому что я не подготовлен. Не был готов. Давай. Да не, невозможно. Оно сложнее стало. Это, ребят, все еще второй этап, кстати. Это не первый этап, я вот что понял. Я думал, как мы первый этап так проходили. Я думаю, как мы первый этап так проходили, то, что мы его так легко прошли. Это мы сразу со второго начинаем, вот чем прикол. А он реально тяжелый. Вы заметите, я вообще не могу справиться. Я вообще не могу справиться. Тыквоголовый, что такой сильный, блин? При том, что это как бы не... Так далеко мы ушли, я не знаю, сколько здесь недель, я не посмотрел, ребят, реально не посмотрел. Ну, это пипец. Это реально какой-то пипец. Давай.
То, что я сейчас его выиграю, ребята, это ничего не значит вообще абсолютно. Сейчас я буду просирать. Вот и все, началось. Максимальное унижение меня. Не успеваешь! Ты успеваешь посмотреть только на правую часть, вверх-вниз нажать, а потом у тебя еще и влево оказывается. Охереть просто, охереть. Ну, ребят, последний раз пробую, идем на изи. Нафиг надо! Это вообще безобразие, это невозможно. Либо у меня пальцы не сформированы, либо что. Но во всех играх, где нужно в такт что-то нажимать, я, ребят, нормально играю, а тут это просто безобразие. Это просто безобразие какое-то. Ах, ошибочка. В конце ошибочку выполнил. Ну, слишком много ошибок. Все, сейчас, ребят, смерть. Проверяйте. Смерть. Сейчас будет смерть. Вообще нереально. Вообще нереально. Там просто так... Такая комбинация клавиш, то что должен сразу нажимать 4 клавиши буквально за миллисекунды. За миллисекунды должен это реагировать. Идем, ребят, на изи. Я ничего не могу сделать. Может быть, в будущем мы вернемся на нормал. И, может быть, действительно что-то пройдем. Но сейчас это абсолютно unreal, unbelievable, unstoppable, invincible. Я не знаю, еще какое слово. Вот это мое! Ой, я перестал... перестал клавиатуру держать, забыл, что нужно кнопки нажимать. Вот это мое! Вот это я понимаю, вот это скорость! Блин, слушай, там тяжело начинается слишком. Да балаболю сейчас. Я даже это не могу. Все, ребят. Это максимально не сконцентрированная получается игра. Я говорю, во многие игры, в которых нужно так нажимать, проходил, играл. Ну, это... Это что-то с чем-то. Даже вот этот вот изи мод, он сложный. А там еще, ребят, есть хардкор мод. Это для богов, видимо. Для тех, для кого предыдущие режимы оказались довольно-таки легкими. Ну, в принципе, я его здесь более-менее уделал. Ну, помните, на нормале я его уделывал в первом этапе вообще на изичах. Тоже, в принципе, легко и просто было. А вот второй этап я пройти вообще не смог. Так что, блин, давай. Надеюсь, он будет полегче, чем на нормале. Прям Ghostman какой-то начинается, да? Ебой! Чем ближе мы к нему подберемся, точнее вытолкнем его туда. Тем больше шансов у нас выиграть. На самом деле, такое ощущение, как будто мы то же самое играем. Возможно, это то же самое и есть. Да, скорее всего, то же самое, ребят, мы и фигачим. Те же самые стрелочки, ничего не поменялось. Просто скорость, видимо, стала немножко меньше. Скорость, а та же самая. Ой, скорость изменилась немножечко, помедленнее она стала идти. А стрелочки те же самые. Почему у меня засчитываются стрелочки? Они идеально уже подошли и все равно не нажимается.
Ну, мы прошли этот этап. Поздравляете, поздравляете на изи. Вроде бы прошли, да, это второй этап был. А, так все. Ну, это жестко, ребят. На нормале я его не победю. На нормале я его уже не победю. Посмотри, сколько здесь недель, офигеть. Если это для меня на нормале было сложно, дальше будет просто ураган, жесть. Но если вы, ребят, наберете много лайков, и если вы хотите, то на нормале мы еще раз по нему пройдемся. А пока что, наверное, будем на всех проходить на изи. Давайте всех проходить на изи. Потом возвращаться к чувакам, которых не прошли на изи. Если будет слишком легко некоторых проходить на изи, будем уже на нормале пробовать их проходить. Разумеется, я думаю, всех это устроит. А потом, может быть, на хардкоре, кто знает. Все, на этом все, ребята. Это была пятничная ночь фанка игра. Ну, под названием Friday Night Funky. Спасибо всем за просмотр, с вами был Олег. Спасибо за то, что ставите лайки и активничаете под видосами. Это очень сильно меня мотивирует и помогает моему каналу. Спасибо за просмотр еще раз и всем добра.